А, Андрюха, сейчас я иду к тебе. Ага, наклониться, Макс. Так, так. Идите сюда вдвоем. Сейчас будем партией бороться.
туда чуть-чуть, туда чуть-чуть. Еще, не, вы здесь, вы чуть-чуть подвиньте, пожалуйста. Вы здесь остаетесь. Вы, Андрей, Макс, вы здесь. Вот сюда, вот сюда. Так, вы, сядьте, сюда. Так, Руслана есть на работе? Я тоже. Была? Ну, передай привет, скажи, что придется позвонить на родителям, что ли? Не ходит. Так, а вы здесь, вот здесь. Все, боремся в партере, от дзюдо. Кто значит дзюдо? Нет, честно. Что значит дзюдо? Первое, считается удержание, называется асайкоми. 10 секунд это вазари, 20 секунд и полчистая победа. Дальше, разрешается делать болевые приемы только на локтевой сустав. То есть отсюда, рука сюда или сюда. Так, разрешается делать удушающие, иди сюда, Таня. Душить можно отворотами. То есть вот взял отворот, раз, задушил, раз, отворот. Взял, задушил, наклонил. Взял отворот, задушил. Сзади можно душить. Можно брать отворот, раз, два, так душить. Можно так душить, можно так душить. Но, но надо лежать грудью на его груди. То есть нельзя стоять и душить его, ломать. То есть нужно лечь на него и тогда душить. Понятно, да? Все. Хаживайте. Ко мне? Так. Значит, еще раз. Она берет это, потом ты берешь это. По 5 раз вправо. Смотри, отсюда просто поворачиваешься. Входишь и поворачиваешься. Раз, оп. По 5 раз. 5-4 раз, 5 раз сюда. Стринга. Смотрите. Так, захват в эту сторону. Так, захват в эту сторону. Пожалуйста. Смотрите, чтобы вас не дали. Все, Андрюха, долго не держи. Раз, переходи. Самое интересное, что вот там идти входит. Thank you.
ушли, потянули к себе и показали удержание, все. Потом на другую руку. Пошли. Осталось у вас 30 секунд. Да, я все знаю. Да. До 17 февраля. А тут он говорит, а у меня уже заканчивается. Поменяли сторону.
другую сторону переходи. Болевой, другую руку сюда переходи. Переходи, переходи сюда. Разворачивайся ко мне спиной. Ко мне спиной. Вытаскивай руку. Садись на больную. Вот так. Еще раз. Влад, сейчас будете бороться. Влад, дай мне пару раз сделать, чтобы он понял. Я понимаю, что понял. Раз. Перешел. Вот так. Сел. Перешел. Ручку. Что ты сел на жопу? Стой на колени. Раз. Сохрани на колени. Сохрани на колени. Вытащи руку. Возьми в эту сторону. А ты в сторону. Он взял за руку, ты раз руку выпрямил.
Телец? Вот, да. Только на колени. Так. Заходи, ко мне, на колени. Ко мне, на колени. Иди вокруг него. Вот и все. Менялись? Матвея, церкву ко мне. Аич. Матвея, ложишься на живот далеко. Что вы стоите? Давай делай. Посмотрите внимательно. Исходная позиция. Он ложится на живот, я сажусь. Вторая задача. Взять любую руку. Вот он должен мне дать. Все, под себя руки. Все. Значит, я держу руку. Какая точка мана? Начинаем. Все, начинайте бороться. Вот видите, он поднял голову. Подними чуть-чуть. Оп, все, и не надо ничего делать. Задушили. Теперь смотрите. Или вот этот прием на болевой. Так, если руку выпрямляют, сюда ставите. Если есть возможность, переходите сюда, переворачивайте. Нет возможности, держа руку. Значит что, вот кимоно, переворачиваете. Оп, держите руку, начинаете отсюда душить. Отсюда он уходит. Что с рукой? Рука здесь. Переходите на болевой. Понятно? Первый защищается, второй нападает. Вы даете руку, после этого защищаетесь. Смотрите. Это отработка в борьбе. Это не борьба, не соревновательная схватка. Вы должны защищаться одновременно, давать ему не уходить быстро, а давать ему возможность поработать. Давай, Григорий. Садись на меня. Бери руку. Все. Раз он эту руку взял, я уже чуть-чуть сюда поворачиваю. Все. Пошел. Один. Все. Да? Вот, видите, я как бы даю переворачиваться, но не пускаю его дальше. То есть здесь я уже чуть-чуть сопротивляюсь, стараюсь уйти. Понятно? Все, пошли. Первый номер нападает, второй защищается. А мальчик? О, спасибо. Так, вот он уже подходит. Начинаю, первый нападает, руку взял. Все. Андрей, ты дай руку пропусти. Покажи. Хорошо, руку опускаешь. Покажи. Поменяй его. Руку покажи справа, влево. Стоп. Ты уже не бороться. Готовы? Чем? Левин, развернись на него. Оп. Показал удержание, опять отпустил. Вот, назад уходи. Вот. Умница. Смотри. Дальше сюда, потом разверни, оп, сюда. То есть так тяжело тащить. Подтащил. Видишь, осталось чуть. Разверни руку к себе. Цербу, Матвей. Цербу. Андрюшенька. Вот целый ковер. Хорошо. А теперь так. Матвей. Берешь? Вот. Самое главное, ответственный захват. Ты падаешь на сверху, а я снизу. Когда будет сон, человек может снизу падать. Уже не проверяешь. Мы делаем. Раз. Я захожу. Раз. Делать 4 раза.
сделано. Стоп! Матерец! Посмотрите на меня. Вот так не защищают. Вот сюда. Вот, вот я не знаю. Вот отпусти его. Отпусти. Саша, встань стой. Саша, возьми за вас. Держи вот так. Вот, как ты держишь. Выше, выше, как ты держал. Выше. Удобно так? Нет. Почему не взять? Смотри, взял за вас. Раз, все. Вот, вот, пиздец. Ты можешь так в воду бежать. А вот так? Не знаю, что ты защищаешь. С этой стороны, надо убежать. Стоп, стоп! Крик, все, отпустил в жопу. Смотри, поменялись. Давай, номер. Саня, чуть-чуть защищаться надо. Ты вообще не защищаешься. Я болевой, но... Возьми за жопу переверни его. Вот переверни его, это его! Держи его. Молодец. Мате. Мате! Сели на колени. Вернее, на колени, но спиной друг другу меняется. Сели спиной друг к другу. Спиной. Ножки вперед. Начинаем бороться. Спиночка, спиночка, спиночка. Головой не ударим. Готовы? Пукает уже. Новый цель раз. У нас идет новый сигнал. Надеюсь, на не яйца. Назад. Руки, руки, руки. Смотрите, руки где? Снизу. Миша, на Т. Миша, на Т. Еще раз начни. Левый, стоп. А, я думал, что там рука прямая. Сань, если что, сразу кричи. Если, не надо ждать, пока рука прямая. Кричи, все кричи. Делал? А ну, попробуй. Михаила показывает. Михаила. Подожди его. Вот так, молодец. А ты не хочешь? Матвей, сели. Хорошо, умница, другой надо. Сели. Спиной. Саня, он сильнее тебя? Да. Ливер, перейди к сырбу. Ливер, перейди к сырбу. Дани, перейди туда к Саше. Влад, вот тут, перейди, пожалуйста, турец. Еще раз, вы, пацаны, будь, Миша, так руки никогда не ставь. Если он сильнее, то руки отлетят, как вся спиной, спиной, спиной. Послушайте меня внимательно. Ребята, эй, ваше здоровье. Начинайте бороться, чувствуете раз, вот рука, не можете уйти. Кричите, сдавайте. Не ждите, пока он начнет делать. И силу врубать. Вы расслабляетесь, а он дергает, а вот хлопает, уже поздно. Уже обязательно травмируйте. Рука должна быть вот в таком положении. Уже в таком положении надо сдаваться. Лучше не попадать в таком положении. А если попали, сдайтесь и подумайте, как так, чтобы не делать, а то, внимание. Сделали. Так. Идите ко мне сюда. Значит так, ты 30 приседаний, 30 раз в месяц и 30 отжиманий. Ты или здесь делаешь 150 раз, или идешь в тренажерный зал. Там вот Макс и Влад. Пойдем. Хорошо, когда ты делаешь здесь, делаешь эти отпущу. Три здесь, дальше здесь. Не тренируешь, вешаться. Потянется. Так пусто тут тянется, в обувь. Сейчас разумеется. Да, да, да.
Все, ты делаешь перекладку. А, Макс, ты все? Макс. Сергей Анатольевич. Хаджи! Хаджи! Хорошо. Иди с ним, он тебе покажет. Готовы? Руки не расслабляю, руки руками прямо убираю руку. Руку к себе локоть. Побышло, сразу уйти ближе. Видишь, рука? Рука к себе, не целая руку. Колено через попу, колено в попу. Вот, вот. Локти, 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 как можно ближе. И держи его, локти, главное. Вот на него, вот тут, когда он спиной к тебе. Опа! Ну так болевой он делает, Саша. Бей ему по морде, бей ему по морде, Даня. Нет, ладошкой, ладошкой бей. Нет, не бросай, не бросай, не бросай. Ладошкой бей, ладошкой. Эй, давай, Борис. Ладошкой, по морде, по морде. По морде, да. Бей, бей по морде. Бей. Так, стоп, Матея. Саня, нельзя бросать. Не знаю. Матей! Сели вот как уже. Ты на коленях, между ногами. Вот внимание сюда. Вот в этой позиции Даник. Тело ладошки покажи. Бьешь ему по морде. Он тебе, ты ему. И боретесь дальше. Один между ног. Вот так не поднимать, не бросать. Не бросать, то убью. Пошли, пошли. Один между ног. Вот так, держи. Эй, кто нажимает? Вперед. Да-да-да, все. Белый рельсы по морде. Ладошками, ладошками. И поднимай его, бей его ладошками по морде. Бей его, бей его. Ладонями бей. Бей, вот так, шлёп, шлёпай. Шлёпаем. Шлёпаем, шлёпаем. Подводим сверху. Затяжки его, раз на него. Двумя ногами. Матей! Перешёл туда. Поменялись. Мишенька, достанем. Поменялись местами. Андрей, местами поменялись быстрее. Поменялись. Еще раз, нижний, сам может бить ладошками, хлопать, плюс болевые на руки, удушающие ногами. Верхний, бейте его ладошками, не бейте, хлопайте, хлопайте. Начали! Хлоп, хлоп. Там,
все раз. Посмотрите, если человек стоит и бьет, то вы просто лежа, захватываете печать. И раз, он падает, и вы находите сверху. Встали. Встали. Так. Хлопнуть по щеке. Правой и левой рукой. Любой хлоп. Еще раз, не бить. Не бить, а шлепнуть. И не надо пальцы вперед в глаза. Отсюда шлепнуть и защищаться. Дальше. У вас есть 5 секунд. Вы можете схватить за ноги, перевести в парк. И сделать болевую. Или удушающую. Готовы? 5 секунд? Да. Ну, давайте 8 секунд. Отсюда. Пошли. Типа бокс, только ты не бить было. Стоп! 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 Не двигаться! Не двигаться! Еще раз. Посмотрите, один всегда из вас сильнее. Да? Один может быть лучше готов. Не готов. Вот смотрите, Андрей бегает за ним. Да, в борьбе, в драке тоже так будет. Вот ты должен сделать так, чтобы Андрей не уходил в желтый. Желтый. Если он ушел, то все должен сделать так, чтобы Андрей не уходил. Потому что если он переходит туда, он может кто-то травмировать. Вы вот здесь. То же самое, Андрей. Он не должен уходить за ковер. Ушел туда, Влад упал, он травмировался. Че? Если соперник вышел, вы за ноги его переводи в партер. Стоп, Андрей, вот стоп. В партере 8 секунд. Еще раз. Чувствуете? Не наклоняйтесь, вы еще удар получите в драке. Поэтому закрывайте, чуть приседайте, уходите головой, а потом раз, ноги. Че? Жестко, жестко, мягче, мягче. Мягче. Смотри. Отошли. Глаза. Встали. Отошли. Отошли. Сделали два шага назад друг от друга. Приготовили. Отжим. Задушить надо было, Женя. Он пошел в ноги, задуши его. Души его, Даня. Матей! 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 Прошел в ноги. Дал за туловище. Поворот назад, он падает, вы выходите сверху, вы на нем. Еще раз. Смотрите, будьте аккуратны, я могу остановить. Почему? Потому что если вы шли сюда, чтобы не было там. Внимание. Че? А, стоп. Еще раз. Посмотрите, внимание. Вы боретесь. Шлеп. Раз, я вышел двумя ногами. Все. Он останавливается, отходит два шага назад. Че? Есть. Стоп. Андрюш, не бросай его. Старайся пошлёпать. Ты посильнее пока, без побольше. Андрей, Саша, стойко. Уга. Матей! Вот видишь, что ты сделал? Что ты сделал? Я тебе сразу показываю. Это, если бы меня так брали, я так радовался, потому что я выиграл слава. Еще раз, посмотрите внимательно сюда. Андрюшенька, иди сюда. Опять, умение, знание, то есть у меня вот друг сейчас Новый год, после Нового года очень много людей умирает, потому что меняется режим, много убивают, или расслабуха большая, или нагрузка, бегаешь туда-сюда, вроде нет, по костям, по этим. И, а мы с ним, что он сказал, мы так боролись с партнерами, что нас боялись, ноги, очень много болят, не хотели вообще нас там бороться с партнерами. Вот смотрите, Андрюха, смотрите, например, захватил меня за туловище. Вот если он взял за туловище, он вообще, я выключаю локоть, переворачиваюсь, и видите, здесь идет удержание, я не буду, здесь идет болевой. И видите, да, раз, два, еще раз, второй. Если он захватил, смотрите, я выключу. Хоп.
Нет, ну, что ты падаешь. Ну, обычно не падает. Видите, хоп-хоп-хоп, видите, болевой. Если же он делает поворот вперед и делает удержание, то вы не делаете удержание. Видите? То есть на любое движение соперника есть удар, есть соперник. Ну, и пошли последние 40 минут, 5 минут. Джим! Держи мать руки. Кимоно держи, да? Ногами вот. Сними подкачи всю ногой. Бей, бей, бей его. Пошлёпай, Миша, пошлёпай. Жёстко, мягче. Hi, Jack. Матея? Это не... Стоп. Матея? Так. Пошли вокруг ковра. Вот. Вы почувствовали, да, что драка это совсем другое. Он в борьбе упал, и вот, и все. А в драке тебя остановился, упал, тебя забили. До свидания. В драке нужно, знаете, еще как-то обманывать. Ну, во-первых, как можно обмануть, Андрюха? Построили дело. Как можно обмануть? Ну, если это маленький, что твоя мама идет? А ты его... Алла Пугачева. Да, Алла Пугачева, да? О, винты идут. Ты, опа, дома. Туда. Так, значит, у вас. Сейчас. 50 отжиманий, 50 приседаний, 60 раз пресс. Значит, есть еще время. Кто хочет, может пойти в тренажерный зал. До свидания. До свидания. Вопросы есть? Нет. Все на сегодня? Пожалуйста, здесь сделал, может идти домой. И пойти покачаться. Да, приятно. Хорошо бы перчатки иметь. Смотри, вот я купил эти. А я что приехал? А вот это не понятно. Вот как не могу это сделать? Вот. Мальчики, и канат. 5 раз канат. Перекладина. Выпрыгивание. А здесь что? Так, а здесь что-то я вообще не понял. Вообще не работало или я не включил? Так. Да, пожалуйста, сами. Так, чтобы вам было весело.